Доброе утро. Я проснулся 4:30 для того, чтобы выбраться в центр города и показать вам настоящий уже весенний рассвет в Праге. Поэтому блог о жизни за границей и в Праге. Выпуск. Поехали. Невероятное время, абсолютная тишина и пение птиц. Крутяк. Лебеди в Праге, они постоянно здесь тусят и круглый год, когда они по Праге, о, прилетают, смотрите, класс. Здорово, всем привет, привет. Приходите с хлебом, приходите с вкусняшками, приносите им что-нибудь пожевать. Они вам будут благодарны и обязательно с вами сфотографируются. Здоровались с лебедями и идем дальше. Нас ждет Карлов мост. И я надеюсь, там не будет никого, кроме нас. Греет чуть-чуть, честно говоря. В этом году май выдался категорически свежим. В таком случае его начало. И вот эти лучи солнца, они немного согревают, но больше здесь в голове. Это уже лето не за горами.
стиля, тяжелые мясные блюда. Есть более адаптированные рестораны для желудков людей, которые не привыкли есть много мяса. Один из них – Порт 58. Пробежек. Начинаем с десяточки, 10 километров вдоль реки. Что сказать? Первая десятка в сезоне. Очень тяжело дается. Темп стараюсь держать в районе 5 минут за километр, но это прям челлендж, так что не забрасывайте, блять, то, чем занимаетесь. Тренируйтесь, тренируйтесь. Если бегаете, то бегайте. Заехали в фэшн-арену, это аутлет-центр самый крупный в Праге. Посмотрим, что продается, какие цены и вообще стоит ли сюда ехать. Сказать, что большой выбор товаров и какие-то скидки. Большое спасибо, что досмотрели это видео. Обязательно поставьте палец вверх, палец вниз, напишите комментарий, что думаете. Я стараюсь делать интересный контент, чтобы во время путешествия вы могли познакомиться с Прагой, ну и с другими городами в полной мере. Подписывайтесь на мои социальные сети, это ВКонтакте, Facebook, Instagram, там я веду профили какие-то на английском, какие-то на русском, поэтому для вас двойной профит, узнаете новую информацию и подтягиваете английский, тем более, что в 21 веке это чертовски важно. Еще раз спасибо, блог Навакуация, ждите продолжения и подписывайтесь на канал обязательно, будьте первыми, кто это сделает, нас уже 20 человек. У-ху!